Итак, 18 февраля 2006 год. Женская эстафета 4 по 5 километров. Олимпийские игры. Сборная России выступает под вторым номером. И к первому этапу готовится Наталья Баранова. Хотя планировалось, что гонку начнет Лариса Куркина. Но при подаче заявки произошла ошибка. Перепутали расстановку лыжниц по этапам. Благо, ошибка была замечена, но изменить стартовый протокол уже было нельзя. И поэтому, согласно этому протоколу, все же Баранову поставили на первый этап. Иначе команде бы грозила дисквалификация. Вот такие первые неприятности произошли с российской командой. А тем временем начинается эстафета. 17 сборных отправляются в гонку. Пробежимся по регламенту. 4 этапа по 5 километров. 2 первых этапа бегут классическим стилем, 2 последующих свободным. В принципе, это современные правила. Фаворитками считались норвежки, как победители ЧМ образца 2005 года. Также немки, итальянки и россиянки претендуют на высокие места. Но сумятица в российской расстановке явно внесет свои коррективы в сюжетную линию по ходу этой эстафеты. К первой отсечке километр 600 метров Наталья Баранова находится в первой тройке, на второй позиции. Первой отмечается финка Анна Кайса Саринен, на третьем месте норвежка Кристин Стейра. К середине этапа темп в гонке заметно снизился, Баранова выпала из тройки, но держится в лидирующей группе. На второй части этапа увеличивает скорости Саринен. Группа начинает разбиваться, тяжело приходится Барановой, но она пока выдерживает скорости лидера. Правда, небольшой завал на подъеме, в который угодила россиянка, привел к необязательным потерянным секундам. Также в итоге много было потеряно времени на выполаживающих подъемах. Саринен и Стейра на этих итальянских крутяках убежали от остальных лыжниц, но далее на спусковой части и равнинных участках соперницы к ним подкатили. Особенно японская спортсменка Нобука Фукуда, которая и вовсе вырвалась на первую позицию. Вот так усилиями Фукуды японская сборная первой меняется на пересменке этапов. На второй позиции Финляндия, Норвегия третья, сборная России на девятой позиции. 15-секундное отставание. Второй этап бежит у нас Лариса Куркина. К отсечке 1,6 Куркина практически достает группу лидеров. По-прежнему 9-я позиция, но отставание сократилось до 5 секунд. На отсечке 2,4 видим, что россиянка находится в общей группе. Лидирует по-прежнему финская сборная усилиями Вирпи Куйтунен. Но по сравнению с сильными классическими этапами, в коньковой части у финок более слабый состав. На второй части дистанции, где идет целый ряд подъемов, Куркиной приходится тяжело, и она отваливается постепенно от группы лидеров. Не очень хорошо лыжи работают на держании. Это явно становится заметно на длинных тягунах. Простреливают постоянно лыжи у россиянки, что вызывает тревогу за итоговое положение сборной. И после подъемов на отсечке 3,9 Куркина уже отстает от лидеров на 17 секунд. Переносимся к смене этапа. Здесь тройку открывает финская сборная. Второе за Норвегией. Германия на третьей позиции. Меняется классический этап коньковым. Лариса Куркина передает эстафеты Юлии Чепаловой на 8-й позиции с отставанием в 25 секунд. Вот это уже довольно приличные секунды. И теперь Чепаловой предстоит догонять лидеров на своем этапе. Не самый высокий темп лидеров и, в свою очередь, амбициозное рвение сразу отыграть свое отставание Чепаловой приводит к тому, что к отрезку 1,6 россиянка настигает лидирующую группу. 7-я позиция плюс 4 секунды, и сборная России возвращается в борьбу за победу в этой тяжело складывающейся по началу эстафете. Отрезок 2,4 километра, Чепалова на 4-й позиции. Основательно укрепилась в этой группе, но вторая часть дистанции будет испытанием для россиянки, так как там более сложный рельеф. Пошла подъем на часть дистанции, вперед вышла молодая шведка Брита Норгрен. Тот, кто смотрит марафонские гонки Ski Classics, хорошо знают эту шведку, многократную победительницу и звезду марафонского движения. Но все это ей предстоит достичь в будущем, а сейчас в разгаре олимпийская эстафета. Ответственное дело как-никак. Чепалова у нас в лидерах и справляется с протяженными подъемами. Тяжелые все-таки подъемы. Вперед вырывается немка Захенбахенштелли и проводит мощную атаку. Убегает она от своих соперниц. Чепалову начинает вырубать такой градиент. Все же сказываются спринтерские ускорения россиянки в начале гонки. И Бунденсманшафт наносит разящий удар по остальным сборным. Захенбахен бежит на смену этапа на полном кураже. Третий этап меняется, остается заключительный четвертый. У немок его бежит Клаудия Кунцель. У норвежек, что находится на второй позиции, всем известная Марит Бьорген. Третья позиция у шведок, и здесь Анна-Карин Стрёмстедт.
Сборная России в 14 секундах на четвертой позиции. И здесь Чапалову меняет Евгения Медведева-Арбузова. И теперь трем сборным предстоит догонять оторвавшуюся немецкую команду. Погоня продолжается. Немки являются действующими олимпийскими чемпионками. Мало того, из того победного состава здесь спустя 4 года бегут 3 лыжницы. Это второй этап Бауэр, третий Захенбахенштелли и вот сейчас четвертый Кюнцель. Правда, 4 года назад Захенбахен была финишером. И здесь свой финиш немка во всей красе показала на третьем этапе. Но сейчас бежит Кюнцель. Посмотрим, что у нее получится сделать в борьбе за победу. Итак, первый отрезок 1.6 показывает нам, что ни Кюнцель, ни ее преследовательница не собирается составить рвать жилы. Просвет чуть уменьшился, но не так стремительно, как ожидалось. Опытная Бьёрген понимает, что все решаться будет на второй части дистанции. Медведева по-прежнему на четвертой позиции. Также к этой тройке подтянулась итальянка Сабина Вальбуза. Отметим, что неплохо катят на спуске лыжи у Медведевой, благодаря чему россиянка выходит на вторую позицию, согласно своему стартовому номеру. Отрезок 2.4. Всего в 5 секундах четверка лыжниц во главе с Медведевой от немки. Ну что ж, горная часть трассы все расставить на свои места. Следим за этой интереснейшей гонкой. Легковесная и коренастая россиянка вполне способна выдерживать итальянские подъемы, и в данном случае сложение ее фигуры является плюсом. И в первый подъем Медведева почти достает немку, шведка висит на плечах россиянки. А вот Бьёрген и Вальбуза начинают проседать. Отрезок 3.3, у шведки тоже неплохо катят лыжи, и Стрёмстед меняется местами с Медведевой. В свою очередь в паре Бьёрген-Вальбуза итальянка обходит норвежку. Следует один из самых крутых и протяженных подъемов. Не Альпа де Чермис, конечно, но от этого этот подъем легче не становится. Прошли его все достаточно ровно, расстановка сохраняется неизменной. Небольшой спуск и снова подъем, на котором Медведева выходит на свободную часть трассы и начинает наращивать новый темп, более высокий относительно темпа немки. Медведева выходит на первую позицию. Новые скорости не выдерживает норвежка, Марит Бьёрген капитулирует и отцепляется от группы. Ну а Медведева-Арбузова продолжает шарашить в тягун. Только Стрёмстед удается удержаться за россиянкой. Начинают отлетать немка и итальянка. Но все же Вальбуза цепляется за лидирующую пару. Немка закислилась и отваливается. Отрезок 3.9, Кюнцель уже отстает на 10 секунд. Медведева продолжает идти на полную катушку. И вот он, конец подъема, удалось Медведева сделать отрыв. Следует спусковая часть. Лыжи катили хорошо и не должны подвести россиянку. Тяжелые скоростные спуски, но Медведева блестяще их проходит. И вот он, выход на стадион. Россиянка бежит с хорошим преимуществом. Позади борьба за вторую позицию. Тяжело выглядит шведка, рядом с ней итальянка. А там из глубины атакуют на морально-волевых Кюнцель. И все, финишная прямая. Ликует еще за несколько метров до финиша Евгения Медведева. Она сделала эту гонку. Сбросила всех соперниц со своих плеч. И женская сборная России в ярком сражении одерживает победу на этой Олимпиаде. Браво! Но в борьбе за второе место все же немка обходит итальянку и шведку. Больше сил у Кюнцель, и сборная Германии завоевывает серебро. Вальбуза приносит бронзу Италии. А вот Стрёмстед, похоже, наелась до отвала скоростями Медведевой, за которой шведка до последнего старалась держаться. И ей не хватило сил на финишное ускорение. Четвертое место у Швеции. Ну и давно еще брошенная в горах заканчивает гонку Марит Бьёрген. Спортсменка, которая в будущем немало попьет крови своим соперницам. Но сегодня Норвегия только пятая. Классная победа российских девушек. Интересное наблюдение заключается в том, что в 2005 году, за год до этой олимпийской эстафеты, россиянки на чемпионате мира стали вторыми вслед за норвежками. А в 2021 году, как известно, на ЧМ в Оберсдорфе новое поколение россиянок также стали вторыми за норвежками. Так почему бы не повторить историю и на Олимпиаде 2022? И в эстафете вновь одержать победу. Я думаю, это вполне по силам российским девушкам. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте и завершаю я свой рассказ о победной эстафете на Олимпийских играх 2006 года. Если понравился выпуск, оцените его лайком и напишите в комментариях о ваших впечатлениях. Ну и конечно, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Спасибо за внимание, всем лыжи, пока-пока!